На территории Артемовского городского округа продолжаются оперативно-профилактические мероприятия по контролю за мигрантами. Сотрудники полиции при силовой поддержке коллег из Росгвардии проверили места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также объекты, на которых мигранты осуществляют трудовую деятельность. Целью организаторов рейда стало предупреждение, выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции. В ходе рейда 32 гражданина были доставлены в отдел полиции. Им сделали дактилоскопирование, проверили документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность пребывания на территории Российской Федерации. В отношении троих иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания». В отношении правонарушителей вынесены постановления о выдворении за пределы Российской Федерации. Двое нарушителей миграционного законодательства помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Еще одного иностранца суд обязал самостоятельно покинуть территорию Российской Федерации. Мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в миграционной сфере будут продолжены. Сообщить о фактах нарушения миграционного законодательства можно, обратившись в дежурную часть отдела полиции или позвонив по телефону 8 423 249 04 91. Олег Завьялов, новости на восьмом.